Остались считанные дни до 10-го юбилейного географического фестиваля «Фрегат Паллада». Он традиционно пройдет в дни школьных каникул на территории областного дворца творчества детей и молодежи с 13 по 15 октября. Организаторы фестиваля – Ульяновское областное отделение Русского географического общества при поддержке регионального отделения Российского союза молодежи подготовили для гостей насыщенную программу. Наш 10-й юбилейный фестиваль, мы рассчитываем, впитает в себя все традиции, которые мы накопили с 2011 года, и порадует гостей, участников фестиваля большим количеством различного рода интерактивных площадок. Останутся и всем полюбившиеся кухни народов мира, останутся наши туристические, альпинистские площадки. Ведь главный принцип фестиваля, чтобы ребенок мог удивиться. Вот девиз фестиваля – удиви своего ребенка. Всего на полях масштабного географического форума будут работать более 60 интерактивных площадок, где каждый посетитель сможет установить палатку, упаковать парашют, пострелять из луков народов мира, потренироваться в ориентировании с компасом, принять участие в разнообразных мастер-классах и других активностях. Кроме того, можно будет познакомиться и пообщаться с ведущими географами и путешественниками страны и региона. У нас в гостях впервые за все время проведения фестиваля будет летчик-космонавт российский. До этого космонавты в гостях у нас не были в дни фестиваля. Речь идет о Валерии Ивановиче Токареве, который совершил 2 космических полета. У нас будет знаменитый спелеолог, обладатель российского рекорда по глубине спуска в пещеры, преподаватель Симферопольского университета Геннадий Самохин. На фестиваль приедет и заслуженный путешественник России Артур Чубаркин из Тольятти. Именно он в 2006 году совершил первый в мире автономный переход на Северный полюс на собачьих упряжках длиной в 1500 километров. У нас в гостях будет делегация из Национального музея Республики Калмыкия. Гвоздем фестиваля, я думаю, мы пока, как планируется, будет традиционная калмыцкая кибитка диаметром ни много ни мало, как 6 метров. То есть это настоящий огромный шатер. Планируется приезд и делегации из Донецкой Народной Республики, где сейчас идет процесс создания регионального отделения Русского географического общества. Площадки географического фестиваля «Фрегат Паллада» будут работать ежедневно в период с 13 по 15 октября во Дворце творчества детей и молодежи с 10:00 до 16:00. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.